Ключевым моментом в истории контактов России и Японии стал визит цесаревича Николая в 1891 году. Знаменательно то, что впервые наследник русского императорского престола выбрал для путешествия страны Востока, а не страны Европы, которые до этого посещали другие венценосные особы. Я хочу вам рассказать о свитке, который имеет историческое и культурное значение. Немного истории. Итак, в 1891 году цесаревич Николай путешествует по странам Ближнего Востока, Индии, Китая, Юго-Восточной Азии. И в конце своего путешествия крейсер первого ранга «Память Азова» бросает якорь в порту Нагасаки. Нагасаки известен тем, что на протяжении всей своей истории он никогда не был закрыт для европейского влияния. В нем находилась маленькая голландская фактория Дэсима, которая поддерживала связь Японии, несмотря на 300-летнюю изоляцию со странами Европы. В Нагасаки цесаревичу Николаю был оказан пышный прием. Состоялся парад, и жители вышли на улицы, чтобы приветствовать будущего российского императора. После знакомства с городом Нагасаки цесаревич Николай выехал в город Киото. Город Киото знаменит тем, что это бывшая древняя столица Японии. Именно здесь находятся древнейшие храмы, дворец Сёгуна и императорский дворец. Здесь, в городе Киото, к нему присоединился наследный принц Арисугава. Не совсем наследный, но все-таки имеющий отношение правящий императорской династии. Здесь цесаревичу тоже устроили самурайский парад, и потом он должен был ехать на озеро Бива, чтобы любоваться красотами озера. И вот, перед тем, как отправиться на озеро Бива, он останавливается в рёкане. По-японски это гостиница, традиционная японская гостиница, которая славилась своими горячими источниками и которую часто посещали знаменитые путешественники. Хозяин гостиницы, видимо, был осведомлен о визите цесаревича и в знак благодарности преподносит ему этот свиток. Свиток состоит из двух частей. На свитке выделяется фотография цесаревича Николая. Здесь он изображен в форме лейтенанта императорского флота, с лентой Андрея Первозванного, со значком гвардии и со значком в честь коронации его отца, императора Александра III. Эти открытки были распространены на территории Российской империи. Они были сделаны здесь, в Петербурге, в 1898 году, незадолго до восточного путешествия цесаревича Николая. И таким образом они попали в Японию. Свиток состоит также из иероглифической части. Здесь расположена иероглифическая часть и подписана японской азбукой фуригана. Если перевести текст на русский, это звучит как «Цесаревичу Николаю, будущему императору России». Внизу находится маленький штамп, который как раз и указывает на гостиницу Курисава, в котором и останавливался цесаревич. Через несколько часов на него было совершено покушение. Один полицейский фанатик заметил цесаревича, проезжавшего на рикше, мимо маленького городка Оцу и нанес ему 2 удара саблей. Наследный принц Георг Греческий, который сопровождал цесаревича в этом путешествии, сумел парировать саблю, и она легла плашмя, но причинила некоторые увечья цесаревичу Николаю. Об этом событии стало известно императору Александру III, и вместо того, чтобы следующим городом для посещения цесаревича, который должен был быть город Токио, столица Японии, где его должен был встречать император Мэйдзи, и он должен был освящать Воскресенский собор православный, он отправляется обратно во Владивосток и дальше поездом в Петербург. Безусловно, этот факт нашел распространение в русской печати, в периодической печати, и известный публицист Гильяровский пишет на это событие стихотворение, которое звучит так: «Цесаревич Николай, если царствовать придется, никогда не забывай, что полиция дерется». Говоря об этом свитке,
Можно сказать, что существуют, конечно, дипломатические дары. И этот свиток не относится к дипломатическим дарам. Обычно дипломатические японские дары – это прекрасные сацумские вазы, прекрасные ширмы, лаковая мебель. Эта память говорит о том, что к визиту цесаревича готовились, и что он пользовался успехом в стране восходящего солнца. Также этот свиток хранит память или воспоминание о прекрасном путешествии цесаревича на восток и, в частности, о стране восходящего солнца, который скоро склонился вектор российской внешней политики. Спасибо за внимание.